А я что-то не этот. Так, ну что? А я в обычный красавчик. Ну не, у меня такие тоже есть. Всем привет, да. Присоединяемся. Мы даже смогли найти здесь интернет, что уже неплохо. Давайте, давайте, больше, 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 больше. Ну что, сегодня находимся в клубе Black Squirrel, черная белка. И сегодня Владислав Ригерт приехал в Санкт-Петербург на семинар по кроссфиту. Здесь будет и практическая, и теоретическая часть. Все только в самом начале. Славка, тайские каникулы вернулись. Спасибо. Ну и что, маленький, уютный новый зальчик, в котором сейчас будет проходить семинар. Так что потихонечку задавайте свои вопросы. Привет Чуковке, Чукотке. Славу уже показывал. Привет Смоленску. Что снимаем? Снимаем. Просто начинаем семинар про кроссфит, потому что кроссфит тема классная и вроде везде известная, но я на самом деле очень-очень мало. И все эти залы, они такие, как маленькие. Да. Да. А здесь получается такой, как маленькая семья. Люди здесь сбитые своими общими интересами. Это тяжелый-тяжелый труд. Это вам не на степе ходить. И потихоньку будем начинать. С вами привет с Ростова. Занимаюсь я кроссфитом. Я беру элементы из кроссфита. Привет с Владивостока. Саня, это просто огонь. Спасибо вам. Василиса. Привет с Барнаула. Ну что, и сейчас потихоньку участники разминаются. И Славка начнет показывать. Моя любимая наконец-то сможет делать рывок. Потому что на тайских каникулах она как раз была 3 недели после операции, теперь же можно не скрывать, поэтому она там даже не попадала в камеру. Вот, а сегодня будет Слава ей ставить рывок, в общем, как и всем остальным участникам. Да, мы знаем, что у папы Ригерта день рождения, все его, кто мог точно поздравил, мы поздравляем его несколько на расстоянии. Подскажи, как подкачать попу, жена спрашивает. Смотрите лайф-канал для девушек, там более чем подробно все это написано и разрушение мифов. Разрушение мифов – это новая серия видео, которая пока снята одна часть, но там более чем подробно рассказано, что и как сделать с попой. Привет Казахстану. Где мы? А где у нас адрес здесь? Приморский проспект 50. Здесь достаточно трудно найти, это внутри, но, соответственно, вот такой у них символ, видите? Black Squirrel, черная белка. Славка вон на дальнем фоне ходит в телефонах переговоров. Так, он не Влад, он Слава, потому что он просит, чтобы называли его Славой, поэтому как по паспорту абсолютно не важно. Спасибо. Ну и потихонечку ждем. Если на самом деле все затянется, то я выйду из перископа и потом зайду уже непосредственно, когда начнется практическая часть, чтобы вживую посмотрели, что такое кроссфит, какой здесь труд. К какому врачу обращаться по поводу гормонозаместительной терапии? Смотрите на канале. Я вчера снимал 3 видео по этому поводу, по поводу вечного курса и по поводу гормонозаместительной терапии. Там увидите информацию. В России, к сожалению, это не развито. Для женщин нормально, еще эндокринологи есть. Это эндокринологи, а по мужской гормонозаместительной терапии все хреново. В России это еще не развито, ни хрена. Грудь хорошо смотрится. Так, что? Твоя грудь хорошо смотрится. Смотрите, грудь жива. Да, масса изменилась, масса похудела. Но пока мы скинули только 7 килограмм, а у нас впереди еще 5. Вы можете сделать шпагат? Я нет. Расскажите, можно ли походить без формы, не потерять мышцы? Можно. Правда, что вы имеете в виду под формой? Потому что ведь ходить можно и на коленбутуреле, можно использовать сжигатели, много можно делать чего. Конечно, это моя жена. Человек, может быть, это еще жена. From Spain. Так, почему друзья не добавляешь в контакте Никита Кузнецов, даже обидно. Потому что добавляет друзья у меня супруга, я ей сказал Никита Кузнецов, возможно, она... Никита Кузнецов? Да, возможно, она не забудет и попробует добавить. Кого Настя зовут? Клен фигня? Ну, видимо, вы неправильно его используете. Во-первых, клен является мощнейшим антикатаболиком, а если вы занимаетесь натурашку, то как минимум препятствует распаду мышечной массы. Если принимаете грамм 30-40 БЦА на свой женский вес, то это препятствует катаболизму еще больше, и мышцы остаются сочными и на пампе. Так что вроде вполне адекватно эта тема играет, по крайней мере у моих. Жену Настю зовут? Не, мою жену зовут Ира. Хочу на фигуру посмотреть, пускай Ирина встанет. Ну, есть номер счета, сейчас вы перекинете сюда $1 миллион, и она встанет. Это вот Владислав Ригер сел, и вот это круто. Натурашку не просушиться?
Не рассказывайте. В «Антуражке» очень даже хорошо просушиться, видно, просто кто-то не дорабатывает. Я более того скажу, что сейчас у меня занимается Аня, которая будет выступать на бикини, она занимается абсолютно в «Антуражку». То есть это можно, если кто-то очень хочет со мной поспорить на деньги, мы можем взять в любой момент, взять анализ ее крови, и тогда вы увидите, что человек реально сушился в «Антуражку» и более того имеет такую фигуру. Ну что, пока вот Слава ждет, можете задать какой-нибудь вопрос ему. Раньше была Настя, но мало ли что раньше было. Раньше пирамиды стояли. Сейчас они, правда, тоже стоят, но немного в другом месте. И стояк у них хреновый. Клен по всем правилам принимали. А какие правила приема клена? Нужно понимать, что все препараты, которые вы принимаете, это всего лишь помощь к работе и правильному питанию. Если вы пытаетесь свою спортивную фигуру основывать на фармакологии, то на самом деле это неправильный расклад. Передайте привет Насте. Передаем привет Насте, КУ-245. Как быть, если нужно поставить тестостеронозамещающую терапию? Ребят, подождите чуть, посмотрите видео у меня на канале. Если будет совсем непонятно, после этого задайте вопрос либо в личку, либо под видео. Как закачать травму поясницы? Закачивать ее нужно на гиперэкстензиях, но надо понимать, какая травма. Если там протрузии, что случилось на самом деле, когда смотрит грыжи, то есть тут вариантов целая куча. Можно ли кроссфитом нарастить мышцы? Посмотрите, кроссфит и на самом деле европейская и западная тема кроссфитовская, там более чем мощные спортсмены, но это самые реально функциональные спортсмены. Вот. Что кроме клюшек на сушку можно посоветовать? Зима можно посоветовать, они реально помогают на ночь. Витамин С можно посоветовать, несколько увеличивать дозировку. Ну и разумеется, моя любимая БЦА, не знаю, для меня это практически такая панацея во всем. Вот бы у меня потренироваться, но вы в Москве. В Москве мы бываем крайне редко. Пишите в личку, да, в апреле мы собираемся поехать в Москву. Ронда на трене уже. Ронда на трене, ну, Ронда Роузе. Сколько я подтянусь? Не знаю, раза два. Как отношусь к мельгаме? Отношусь положительно. Время от времени ее делаю, когда начинаю понимать, что у меня так начинает все покалывать под кожей. Мельдоний посоветовать? Ну, ребят, Мельдоний, классная реклама прошла, я не знаю, на самом деле, я думаю, что это очень осознанный пиар-ход, который привел к кратному, а я думаю, даже на два порядка увеличения продажи Мельдония. Когда Кищанкиным, не знаю, поедем в апреле в Москву, и, соответственно, с ними однозначно созвонимся. Пресс супруги уже видно, пресс еще не видно, но талия значительно уменьшилась. Пока. Давай. Так, Масек. Покажи им прессик. Прессика еще нету. До прессика еще работать. Либо их шишка-сжигатель сойдет, или не советуешь. Все жиросжигатели работают сугубо индивидуально. Все жиросжигатели нацелены на то, чтобы вывести вас из состояния равновесия. Это либо термогеники, либо там, ну, опять же, у нас эфедра запрещена, соответственно, остались либо термогеники, либо диуретики. По большому счету, ни то, ни другое мне сильно не нравится, потому что проще тогда идти низко другим путем. Так. Какой вес сейчас? У кого? У супруги вес сейчас 67-67,5. Когда меня спрашивают про фармакологию, я уже отвечал. Спрашивают у людей про прием фармакологии, то же самое спрашивают о том, чем они занимаются в постели. Грудь своя? Ну, если грудь на ней, то, соответственно, она своя, правильно? Или вы что думаете, она ее только сейчас прилепила? Силиконовая долина? Ну, это говорит зависть в ком-то. А рост 172-173, да. Мельдоний сам по себе хороший препарат, но медранат был здесь, он уже давно. Препарат реально неплохой, побочки я на нем никаких не видел. Можно принимать достаточно долго, можно чередовать. Ну, как правило, можно принимать практически круглогодично, там, месяца на два слезать летом. Часы надо. Часы его любимые есть. Они просто лежат у меня в куртке. Она сейчас будет что-то делать, что-то тренить. Так, ну что, потихонечку. Я выхожу из эфира. И попозже, когда здесь уже начнется такая реальная движуха, войду, чтобы всем было интересно. Как отношусь к лазанию по канату? Хорошо развивает спину. Хорошо и спину развивает, а руки, предплечья, хват, в общем, все. Вполне неплохо. Все. Когда начнется, я думаю, минут через 5-7. Но, как всегда все изредка задерживается. Все. Всем до встречи. Ждите. И скоро выйдем опять на трансляцию.